В Тиберде проходит чемпионат России по сверхлегкой авиации. В Карачаево-Черкесию приехали более 30 парапланеристов из разных регионов России. За красотой полета наблюдал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Соревнования для тех, кому не страшен полет с огромной высоты. Участие приняли спортсмены из разных городов России. От имени министра спорта России Олега Матыцына всех участников чемпионата поприветствовал главный судья соревнований Игорь Казаков. Он отметил, что сегодня спортивная дисциплина параплан, скоростное парение, набирает популярность не только у нас в стране, но и по всему миру. И такие чемпионаты способствуют развитию этого экстремального вида спорта. Примечательно, что это соревнование проходит непосредственно в новые локации, именно здесь, в Тиберде, гостеприимной Карачаево-Черкесии, красоту, которую вы можете созерцать, это для местных жителей, наверное, это несколько приелось, а для нас это не передать словами, насколько это здорово. После открытия чемпионата для участников провели инструктаж и объяснили траекторию полетов по Тибердинскому ущелью. По горным дорогам наша съемочная группа вместе с участниками отправилась к месту старта. Здесь открывается панорама на живописнейшие пейзажи. И хоть апрель, дух зимы здесь еще чувствуется. А на самой высоте, как на ладони Тиберда. Мы сейчас находимся на высоте 2600 метров. Это гора Лысая. Отсюда совсем скоро будут стартовать участники чемпионата на своих парапланах. Участники ждут специальных погодных условий, чтобы стартовать и набрать необходимую высоту. В этой спортивной дисциплине важно, используя воздушные потоки, пролететь определенную траекторию. Нам нужно, используя энергию природы, восходящие потоки теплого воздуха или восходящие потоки ветра, преодолевать большое расстояние. И вот, подобно орлам, участники поднимаются ввысь и так искусно управляют парапланом, проходя свой намеченный маршрут. Каждый должен пролететь дистанцию 30-50 километров и первым добраться до финиша. Организаторы чемпионата отмечают, что в этом виде спорта главное не только быстро долететь до финиша, но и преодолеть все точки маршрута. Задача очень быстро летать и очень быстро набирать высоту. Долететь до финиша, взяв все необходимые точки маршрута и прилететь на финиш. Все это фиксируется на GPS-навигатор и потом компьютер это все считает. Чемпионат будет проходить в течение 10 дней и после проведенных полетов определят победителей и призеров соревнований. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Тиберда.